В Якутске прошел гала-концерт носителей языков коренных малочисленных народов Севера и студентов Арктического института культуры и искусств. Его провели в рамках второй международной конференции «Фольклор палеоазийских народов». Отметим, что палеоазийские народы проживают в 7 регионах страны, а Якутия – это крупнейший субъект, расположенный на северо-востоке Азии. В регионе проживают представители двух народов – это чукчи и юкагиры. На вторую международную конференцию я приехала не одна, нас приехало 3 человека. Мы представляем Сахалинскую область, представляем наши проекты, которые были реализованы на территории Сахалинской области. Это и инструментальная музыка нивхов, это и обрядовые праздники, и фестиваль ремесел. Сегодняшнего вечера мы хотим посмотреть на культуру других народов, проживающих на территории Республики Саха-Якутия, и поделиться, конечно же, своим творчеством.